Посмотрите, как черная маска вытаскивает угри из кожи. Чтобы ее приготовить, нужно всего 3 ингредиента. Активированный уголь смешиваем с ложкой воды, хорошо все продавливаем и добавляем ложку желатина. Перемешиваем и отправляем в микроволновку на 15 секунд. Теперь наносим маску на проблемные участки и снимаем через 20-30 минут. Сохраните для себя это видео, чтобы не потерять, и обязательно поставьте лайк, если вам интересно его было смотреть.